Министры внутренних дел ЕС обсудили, как защитить внешние границы блока. Встреча прошла в австрийском Инсбруке. Как сказал глава МВД Австрии, страны-члены в основном согласны с тем, что пограничная безопасность – главный приоритет. Если мы хотим спасти Шенгенскую зону, а мы все этого хотим, то мы должны защитить наши внешние границы, а также создать стабильную миграционную систему. То есть нам нужно изменить правила, установленные Европейским Советом. Министр внутренних дел Германии сказал, что вопрос миграции ключевой для жителей Евросоюза. Наших граждан убедят только решения. Доверие наших граждан завоюют только решения. И это самое главное в ближайшие месяцы. Сейчас мы на распутье. Сможем ли мы снова заручиться доверием, которого требует такой проект, как Европа? Между тем, Брюссель планирует создать единую пограничную полицию. Что касается наших внешних границ, то скоро мы предложим увеличить численность и полномочия Европейской пограничной и морской службы, чтобы защитить наши внешние границы. Мы предложим создать единую европейскую пограничную полицию, и к 2020 году ее контингент будет насчитывать уже 10 тысяч военных. Это позволит агентству поддерживать все страны-члены. Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос отметил, что миграционный кризис в Европе завершился. По его словам, в 2015 году в блок прибыл 1 миллион 800 тысяч человек, а в прошлом году только 200 тысяч.